Приветствую всех, друзья, гости и подписчики канала. Начинаем еще одну сборочку. На этот раз у нас тоже автомобиль, тоже от фирмы Менг. 24 масштаб, Хаммер H1. Обзорчик уже есть на канале. Думаю, многие ждали, а может и не ждали, не знаю. В общем, посмотрел я инструкцию. Принцип здесь примерно такой же, как и в Рубиконе. Поэтому, наверное, начнем двигаться по инструкции. Сборку буду показывать, можно так сказать, этапами. Посмотрим, докуда добежим. Если что-то интересное будет, буду показывать на ускоренном режиме. Ну, а в основном буду этапами с пояснениями. Здесь, наверное, в отличие от Рубикона, пойду полностью по инструкции, скорее всего. Потому что здесь, в принципе, кузов довольно далеко. Ну, посмотрим, в общем, пока загадывать не будем. Ну, начнем с рамы, подвески и трансмиссии. Что-то будем красить предварительно, что-то будем ставить прямо целиком на раму. В общем, посмотрим, как тут чего. В общем, ухожу на паузу для отделения деталей, просмотра, как они тут чего куда встают. Ну и вернусь уже либо на готовом результате, либо что-то покажу. Далеко не убегайте. Итак, друзья, подсобрал я тут кое-что. В общем, такая вот у нас получается рама. Не стал я снимать этот процесс. В принципе, тут все стыкуется нормально, без проблем. Ставится все тоже без проблем. Вот. Ну и подсобрал детали глушителя. Отсоединил кое-что. Собрал наш карданный вал с раздаткой полного привода и бензобак с вот этим топливным проводом, как я понял. Теперь это надо все подшкурить, зашкурить. Если где надо подшпаклевать, вот здесь вот это вот нужно шов убрать от пресс-форм. И можно, в принципе, красить. Но красить буду сперва только раму, бензобак наш и кардан. Систему глушителя отложим пока на потом. Пусть она у меня лежит. Я хочу посмотреть, может, хром подберу или подзакажу себе, чтобы сделать хромированным глушитель. Там что тот, который у меня, не совсем похож на хром. Посмотрим. Так что пока его отложим. Ну, сейчас посмотрю, что еще можно тут присоединить на этом этапе. Если ничего нет, то начнем красить. И, возможно, еще сегодня в этой серии соберем двигатель. А может и нет. Не знаю пока. Посмотрим, как там по хронометражу будет. Ухожу на паузу для подготовки деталей. Скоро увидимся.
Что ж, такая рама у нас сейчас получается. Еще нужно будет покрасить наши амортизаторы, ну и, соответственно, их сюда приклеить. Но они красятся в глянцевый черный, поэтому их пока я даже не отделял. Ну и вот покрасил бак. Здесь единственное, нужно будет пройтись вот по этим хомутам, еще покрасить их. Но в итоге он потом у нас будет вставать. Так, с какой стороны у нас тут? Вот как-то так сюда вот он будет потом вставать. Приблизительно. Здесь это, естественно, все там подрегулирую, ну, чтобы у нас вставало куда надо, как говорится. Когда будем ставить. А так примерно вот так вот у нас будет выглядеть. Ну, не до суть. Сейчас, чтобы еще чем-то заняться в этой серии, наверное, подсоберем детали двигателя. Красить их, скорее всего, буду раздельно, потому что они тут в разные цвета. Ну, посмотрим, как чего у нас тут собирается. Прикинем. Что-то целиком соберем, что-то будет раздельно. И еще единственное, я вот забыл вот эти вот рымы, или как они называются, для буксировки вот эти кольца на бампер приклеить. Но это ничего страшного, их потом отдельно прокрасим и приклеим. Ну и, в принципе, наверное, в этой серии будет все. В общем, вернусь уже, когда будет готово что-то по двигателю. Может, что-то даже покажу, засниму. Далеко не убегайте. Итак, друзья, склеил я то, что можно на данном этапе склеить.
получается вот такой вот у нас блок двигателя с головками цилиндров. Здесь у нас потом будут выхлопные патрубки, выпускные коллектора, точнее. Вот это я, честно говоря, не понял пока что, что это такое, но, скорее всего, тоже что-то типа впускного коллектора или что-то такое. Это у нас потом вот так сюда ставится. Или наоборот. Нет, наоборот. Вот так. Вот сюда. Но это будет у нас краситься отдельно. В принципе, оно стыкуется хорошо. Поэтому я и не стал ставить. Ну и эту вот трубку тоже мы отдельно покрасим, потом сюда вставим вот этот, я так понял, это диск муфты сцепления или маховик, не знаю, что это. В общем, что-то из коробки переключения передач, скорее всего, муфта, ну, диск муфты. Ну и сама у нас коробка вот такая получается. Тоже, соответственно, я буду красить отдельно. И вот здесь на всякий случай заделаю вот эту дырку. Не знаю, будет это впоследствии видно или не будет. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому что оно вот так тут у нас ставится в итоге вот так сюда. Потом вставляется в раму. Вот сейчас покажу. То есть блок у нас встает сюда. Вот так. Ну и, соответственно, эта вот штукенция у нас вот так будет видна. Насколько она будет видна из-под капота, я не могу сказать. Это, скорее всего, стартер, я так понимаю. И, ну, его изображение во всяком случае, поэтому лучше его зашпаклевать. Ну и вот эту вот деталь, это, я так понял, что-то от выхлопной системы, тоже отдельно буду красить. И все те, которые детальки остались у нас на литниках, тоже их сейчас сниму. Они будут отдельно краситься. Потому что они тут в основном что-то в металл, что-то еще там. Ну, не хочу прямо на самом двигателе это красить. Особенно вот эту вот часть с ремнями, шкивами, роликами вот этими всякими. Лучше отдельно прокрасить, потом приклеить. Так что на этом, наверное, закончим. В следующей серии начнем уже непосредственно с покраски нашего двигателя. И, возможно, наверное, посмотрим, не знаю, наверное, займемся деталями кузова, чтобы их заблаговременно покрасить. И чтобы они у нас высохли, пока мы будем тут заниматься салоном и всем остальным. Ну, спасибо всем за внимание. Следите за новостями. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.